Телеканал КРТ представляє. Світ стрімко стає глобальним, і кожна держава намагається знайти себе на шаховій дошці міжнародної політики. Тут є і королі, і ферзі, слони та офіцери. Є і пішаки, що сліпо підкорюються могутній руці гресмейстера. Якою фігурою є Україна? Розбираємося ми у програмі «Хто за нами стежить» на каналі КРТ. В ефірі я і ведучий Дмитро Василець. Вітаю! Сьогодні центральний гість – це Анатолій Пешко, громадський та політичний діяч, академік, перший віце-президент Академії економічних наук України. Вітаю вас. Центральний новосний портал Папи Римського «Ватикан Ньюс» інформує, що католицькі єпископи України звернулися до уряду і до всіх людей доброї волі з вимогою припинити практику сурогатного материнства, яка в Україні є законною. Автори звернення, зокрема, посилаються на відеозапис, зроблений в одній із київських клінік. Він показує 46 новонароджених, яких замовники не забрали через закриття кордонів. Відомо, що для колоній, в принципі, цілком природно торгувати людьми і ресурсами. Натомість в США сурогатне материнство прирівнюється до торгівлі людьми, і за нього передбачене жорстоке покарання. Тому питання таке, а як ви оцінюєте у нас тут в Україні законодавство, яке фактично дозволяє сурогатне материнство, які з цього є плюси, мінуси, і, в принципі, це нормально чи ні? Ну, ви знаєте, я думаю, що все-таки з учетом того, що в Україні где-то порядка 30-40% молодежи вже страждає бездітністю, так? Причина – це ранні половинні отношения и, скажем так, вот такие легкомысленные, скажем, легкомысленное поведение молодежи в серьезных отношениях между мужчиной и женщиной, да? То есть мало того, что ранние половые отношения, как правило, имеют место, но еще и такая неразборчивая, так сказать, политика в выборе своего партнера, и частая смена партнера и так далее. Это приводит в конечном итоге к тому, что у этих детей, у молодежи, развиваются многочисленные инфекционные заболевания, которые в конечном итоге приводят к нелеченных случаях, они приводят к развитию хронических воспалительных заболеваний придатков матки и, как правило, к развитию, ну, бездетности в результате того, что, ну, прежде всего, нарушается проходимость труб, по которым яйцеклетка спускается в матку. И вот именно это, как правило, основная причина у женщин развития, значит, бездетности. У мужчин это развитие хронического простатита и, как следствие этого, тоже нарушение процессов, скажем так, дозревание сперматозоидов, и они, как правило, такие молодые люди, они страдают, ну, с точки зрения медицины, я уже так детально рассказываю, да, они страдают тем, что или азоспермия, так называемая, или ситуация, это когда вообще отсутствуют сперматозоиды, или когда они есть, но, скажем, их подвижность нарушена, жизнеспособность их ослаблена и так далее. И вот в результате этих причин развивается бездетность. И, к сожалению, в Украине на сегодняшний день, это правда, это действительно пугающие цифры, но до 40% молодых людей страдает этой проблемой. И, соответственно, понимаете, если у нас уже априори 40% людей не могут иметь детей, то, конечно, стоит вопрос все-таки о том, чтобы как бы эти люди имели продолжение, ведь каждый нормальный человек хочет иметь детей, да? Только, к сожалению, к молодым людям это понимание приходит слишком поздно, и тогда уже, когда, как правило, ничего изменить нельзя. И вот в такой ситуации, скажем, искусственное обсеменение или так называемое ЭКО, экстракорпоральное обсеменение,
Ну, есть один из выходов для решения данной проблемы. Есть, конечно, и более сложные технологии, когда можно получить потомство у людей, которые не могут иметь детей. Физиологическим путем они не могут иметь детей, но искусственно можно это сделать. К этому типу относится и суррогатное материнство. То есть, когда женщина не может выносить ребенка, да? То есть, она может, скажем, у нее есть яйцеклетки, у мужчин есть сперматозоиды, они жизнеспособные, но она сама по себе выносить этого ребенка не может. В таких случаях применяется суррогатное материнство. То есть это когда происходит экстракорпорально, то есть не организм, а оплодотворение яйцеклетки этой женщины, которая берется у нее с помощью инвазивного такого метода, то есть идет пункция, забирается яйцеклетка, берутся сперматозоиды мужчины, и таким образом происходит вне корпоральное, вне тела оплодотворение, а потом яйцеклетку уже оплодотворенную посаживают другой женщине, у которой нормально функционируют все органы ее половые. И вот таким образом выращивают, искусственно детей. Поэтому, знаете, запрещать это, я думаю, пока что нельзя. Для того, чтобы не прибегать таким методом решения проблем, надо проводить среди молодежи больше разъяснительной, знаете, воспитательной профилактической работы, объясняя им, что вот такие серьезные отношения между молодыми ребятами и женщинами, они должны иметь более отношения, более ответственные такие, да, носить отношения. Потому что вот эта такая неразборчивость в половых связях, она как раз является основной причиной развития вот таких состояний, когда женщина или мужчина становится бездетным. А як от, якщо як бізнес дивитись на це питання? Я так розумію, це просто поставили вже на комерційні рельси і таким чином просто заробляють гроші. Тоді, коли за кордону сплачують якісь кошти і в Україні з умови економічної ситуації просто за безцінь фактично використовують українських жінок для того, щоб вони виношували ці комуля. Я з вами соглашусь, що, скажімо, в некоторих странах і, значить, за рубежом такі услуги стоять намного дороже, чем в Украине. Украинские женщины соглашаются на это из-за, скажем, безысходности того материального состояния, в котором они оказываются. И я их понимаю, я не могу их осуждать. Это, к сожалению, беда, которую привели не мы, это беда, которую привело вот это постоянное избрание нашими людьми, тех президентов, тех правителей, которые доводят страну все дальше и дальше до состояния, знаете, тотальной нищеты. И вот я сегодня утром имел разговор с одной женщиной, которая мне позвонила и просила ей помочь с арендной платой за землю, наперед выплатить. Я ей объяснял, что я не могу всем выплатить арендную плату, потому что я помогаю только тем, кто нуждается, у кого есть прямые медицинские показания для того, чтобы ей помочь. То есть проводить какие-то неотложные операции или даже плановые операции. То есть по медицинским показаниям я считаю, что людям надо помогать. А когда ей просто не хватает денег для жизни, я ей объясняю, что я вхожу в ваше положение, я понимаю его. Но, понимаете, для того, чтобы не попадать в подобные ситуации, все-таки надо стараться соизмерять свои доходы и расходы. А вот если подивитись на Сполучені Штати и Европу, там, где заборонено суррогатное материнство, почему? Я вам скажу так, это не совсем правильно. Почему? Там существуют свои религиозные, предубеждения, которые считают, что не только, скажем, суррогатное материнство – это аномально, оно не соответствует нашим представлениям о каких-то божественных и таких моральных принципах и устоях. В какой-то степени может быть. Но все-таки, вы знаете, в свое время и вскрытие пациентов тоже запрещалось в церкви. Да? Это считалось, таким аномальным явлением. Да?
Но со временем мы поняли, что, к сожалению, для познания человека и для его более эффективного лечения, продолжения жизни людей, ну, к сожалению, это необходимая процедура, которая позволяет нам познать людей. И вот смотрите, сегодня в Штатах запрещено, например, использование стволовых клеток для лечения многих заболеваний. А у нас оно разрешено. И я лично не считаю, что это плохо или это противоречит каким-то моральным там, или религиозным нашим взглядам на жизнь и так далее. Знаете, когда речь идет о жизни и здоровье людей, я считаю, что такие методы, они совершенно оправданы. И сама жизнь показала, что, в принципе, лечение стволовыми клетками, оно, конечно, не безопасно. Я не буду говорить, что это безопасный метод. Небезопасный, но он имеет место, и эффект от применения стволовых клеток действительно имеет место. Потому что там есть очень много условий. Если будет кого-то интересовать, я могу детально более рассказать об этом в другой передаче. А вот чому саме Ватикан виступив от з такою ініціативою, щоб все ж таки. Знаєте, я думаю, що Ватикан дуже багато дає таких ініціатив, які би в кінцевому счете привели к уменьшению народонаселения. Да? Ну, так же, как и Билл Гейтс, который делает из себя праведника и Божьего посланника, создавая там вакцины против полиомиелита, сейчас он хочет вакцину создать против вируса COVID-19, а вы посмотрите на результаты его вакцинирования. Они проводились в странах Юго-Восточной Азии и привели к тому, что 40% детей, получивших вакцину от полиомиелита, заболели этим самым полиомиелитом и умерли. Так вот, там прямое свидетельство того, что, ну, к сожалению, не все праведники на бумаге есть такими в жизни. И Билл Гейтс – это прямое подтверждение, понимаете? Плюс вы обратите внимание, Билл Гейтс на эти решение этих проблем тратит в основном-то не свои деньги, а почему-то ему выделяют эти деньги из бюджета Соединенных Штатов Америки, причем выделяются совершенно бесплатно, безвозвратно, беспроцентно. То есть задайтесь вопросом, а почему тогда не выделяют деньги, скажем, вот мне, я предложил методы лечения онкозаболеваний больных, биологическим методом, но никто же не хочет выделить деньги для проведения этих исследований и для разработки этого метода лечения. Хотя он совершенно логичен, оправдан, и я его представил многим нашим ученым, академикам, Академии медицинских наук, президенту Академии меднаук, ученому секретарю Мясневу Владимиру Анатольевичу и Цыбаляку Виталию Ивановичу. Они его одобрили, но у нас денег нет, в Украине нет денег для проведения таких исследований. Значит, американцы не спешат давать деньги на такие исследования. Они дают деньги на исследования, которые явно позволяют не столько восстанавливать здоровье и жизнь людей и численность народонаселения планеты, а как раз идут к сокращению этой численности. Поэтому я думаю, что тут двойственная, такая лицемерная политика. Дякую. Йдемо далі до інших тем. Україна та США не поділили відкрите небо. Та Америка заявила, що виходить із договору про відкрите небо, котрий дозволяв вільні польоти неозброєних розвідувательних літальних апаратів в повітряному просторі країн-підписантів. ТАСС передає, що США не вважають даний договір доцільним із-за поведінки Росії, а Україна критикує неможливість проводити розвідпольоти над Кримом. Але в договорі все ж таки залишається. Знову трикутник Вашингтон, Київ, Москва і знову напруга. Тигри світової політики з'ясовують між собою стосунки за рахунок фактично, знову ж таки, нашої держави. І от якщо подивитись на це питання, от вже Сполучені Штати та Росія відмовилися від багатьох договорів, які якимось чином допомагають цим країнам чути одне одного та довіряти один одному. Як ви вважаєте, чому от така ініціатива про цей договір про відкрите небо все ж таки от почали теж деанонсовувати?
Знаете, тут действительно мы имеем место с глобальной политикой, которая проводится двумя основными такими конкурентами на мировом рынке, в мировом пространстве. Это Россия и Соединенные Штаты Америки, отчасти Китай, отчасти сегодня уже и Япония. Хотя они как бы об этом еще открыто не заявили, но мы уже видим, что Япония проводит испытания своих сверхзвуковых ракет. То же самое делает Китай, вы обратили внимание, наверное, так. Америка начала разрабатывать новые виды вооружений, опять же, космических. Да? Недавно они провели новые исследования, испытания лазерного оружия, в том числе под водой. И так далее. То есть, что это говорит? Это говорит о том, что в мире началась опять очередная новая гонка вооружений. То есть, эти страны поняли, что ядерное оружие уже на сегодняшний день не является таким, знаете, всеобъемлющим и гарантирующим безопасность. Они понимают, что появились новые виды вооружений, которые в состоянии быть более эффективными и упреждающими воздействие ядерного оружия. Хотя они не являются более мощными по воздействию, но они являются более быстрыми, более реактивными. И, соответственно, вот это в общем, первым-то начала Россия, предложив свои сверхзвуковые ракеты. И, соответственно, вслед за этим последовали действия адекватно со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, але Сполучені Штати дуже давно розробляли гіперзвукові ракети. Тобто вони просто не могли добитися результатів у цьому напрямку. Ну, звісно, звісно. Я не буду спорити, я можу сказати тільки, що я не можу обвинити Росію в тому, що вона є ініціатор гонки вооружень. Росія якраз в даній ситуації більше працювала в направлении обеспечение своей большей безопасности на международной арене. Видя, что Соединенные Штаты пытаются вести, играть роль международного жандарма и диктуя свою волю всем странам мира. И вот для того, чтобы разрушить эту, значит, американскую такую гегемонию, Российская Федерация действительно изобрела ракеты, которые обладают сверх большими возможностями, или так, гиперзвуковые и так далее. И не только гиперзвуковые ракеты. Мы знаем, что она изобрела и ракеты крылатые, которые работают на ядерном топливе. А, соответственно, они могут летать безгранично долго и на безгранично большие расстояния. И такие ракеты позволяют поражать любые цели противника при всех, так сказать, на сегодня существующих технических возможностях, да, выявить такие ракеты практически не представляется возможным на сегодняшний день. Поэтому такое оружие представляется мне наиболее, одним из наиболее опасных для Соединенных Штатов Америки. И вот в ответ на это они пытаются взять реванш над Російської Федерації. Але постривайте, якщо подивитися про договір про відкрите небо, він же, по суті, говорив про те, що в обумовлений час, там, чи там раз в рік, чи раз там на квартал, літак-розвідник просто залітав на територію, наприклад, Російських Сполучених Штатів, літав, де йому потрібно. Звісно, Сполучені Штати у цей період вимикали свої радари, щоб цей розвідник нічого такого секретного не вивідав. І фактично це був все ж таки більш ритуальний такий договір щодо ситуації. І якщо подивитись, наприклад, якщо раніше фотографували Землю, зараз із спутників все прекрасно фотографують. Тобто, ну це ритуальний більш договір був? Чи все ж таки він мав якусь основу? Ну, знаєте, я, звісно, не можу говорити, що я там тіхтар в цих вопросах я не обладаю достаточной информацией, но я, насколько знаю и насколько я понимаю, все-таки, знаете, пролеты летательных аппаратов над территорией на более низкой высоте позволяют все-таки получить более
все уточненные данные, чем со спутника. Ну, вы же понимаете, если со спутника можно рассмотреть даже, какая машина стоит, да, то и даже, может быть, номера машины, то с летательного аппарата, который летит на высоте, ну, скажем, 2000 метров над землей, естественно, что можно получить намного более детальную информацию, и таким образом как бы проводилась инспекция одной страны по отношению к другой, да, о, скажем, разработке там или установке каких-то новых видов вооружений. И прежде всего это касалось все-таки ограничений в области ядерного оружия. Ограничений, которые бы не позволяли странам, ну, наращивать количество ядерных вооружений, что само по себе уже просто абсурдно и не имеет смысла. Потому что то количество ядерного оружия, которое имеет в совокупности на сегодняшний день Россия, Китай, Америка, значит, Франция, Англия, это количество ядерного оружия, я не беру в расчет там Корею там, или Иран, где тоже явно есть ядерное оружие, ну, в незначительном количестве. Но я просто хочу сказать, что то оружие, которое есть даже в одной России, оно способно уничтожить весь мир 3 раза. Ну, вот смысл увеличить количество ядерных боеголовок, если и так его количество во много раз превышает потребности даже, ну, я не знаю, даже для нападения, не говоря уже о самозащите. Но, конечно, в этом был определенный совершенно четкий смысл, чтобы сократить количество ядерных вооружений и также ракетоносителей, которые могли бы нести это оружие. Соответственно, конечно, именно с целью вот именно контроля за ядерным вооружением, такие облеты территории, они имели смысл, плюс они позволяли контролировать передвижение войск и различной военной техники по территории стран, но, скажем, для Америки не так существенно важно, а вот для Европы это очень существенно. Она ведь постоянно боится русского вторжения. Поэтому для них важно было видеть, что росіяни не стягуються вооружение границам європейським. А от чому тоді Україна фактично виступила на стороні з Росією, навіть попри те, що росіяни не давали розвідувальним літакам України літати над Кримом? Чому фактично зараз Україна підтримала позицію Росії щодо цього договору? Ну, тут я так би сказав. Чи просто агентура не допрацювала? Що? Чи просто, може, агентура не допрацювала? Да ні, я думаю, що це совершенно, так сказать, осознанные действия со стороны Украины. Дело в том, что видите, на фоне некого ослабления давления со стороны Соединенных Штатов Америки, которое произошло в последнее время, вот, время правления Трампа, оно позволило в какой-то степени немного улучшить отношения российско-украинские. И свидетельством тому есть то, что, видите, пошли процессы обмена пленными, возврат моряков наших, украинских. Ну и такие штуки действия, определенной степени разведения сил на неподконтрольной нам территории, а сейчас Украины на Донбассе. Ну, про это мы все ж таки далее поговорим. То есть это все факты, которые говорят о каком-то, ну, таким самым потеплении отношений между Украиной и Россией. Я думаю, что это есть следствие вот этих вот улучшенных отношений. Не более того. А ось таке ще питання. Це ж не єдиний договір, який зараз намагаються деанонсувати. Був ще один договір, який теж обмежував кількість озброєння, а це стосується балістичних ракет, що літають понад 500 кілометрів. І ці ракети теж заборонено було робити, але сенс цього договору, тоді Сполучені Штати сказали, що ми виходимо з цього договору, тому що в цьому договорі нема Китаю.
І зараз вони заявляють, що якщо Росія примусить Китай вступити у цей договір, щоб вони теж не могли робити ракети з 500 до 5000 кілометрів бойового радіусу, тоді вони з цього договору не вийдуть. Тобто, фактично, вони виходили з цього договору, щоб втягнути в цей договір Китай. Як ви можете це прокоментувати? Чи це може просто друга серія цього самого пасіянсу? Китай тут ні при чому. Вони просто... Это был договор, так называемый, по РСМД, ракет средней и малой дальности. Сокращение, значит, ракет, особенно это касалось крылатых ракет. В чем смысл этого договора? Что страны как бы, не имели права размещать на своей территории ракеты, значит, высокой дальности, а только ракеты средней и малой дальности. То есть от 300 до 500 километров. А сегодня, значит, просто этот договор утратил смысл. Почему? Потому что, Россия, она изобрела ракеты, крылатые ракеты, которые могут стартовать из подводного положения и из надводного положения, то есть не со стороны суши. И, соответственно, смысл этого договора, он фактически утратил свою целесообразность. И вот американцы это поняли, и, естественно, они начали выходить из этого договора. Да он, по сути, утратил и свою, так сказать, целесообразность. Это главная причина. А Китай, знаете, Китай занимает свою политику вот в этой ситуации. С одной стороны, пытается воспользоваться теми противоречиями, которые есть между Россией и Соединенными Штатами Америки. А с другой стороны, вы не забывайте, что и Америка, и Россия тоже не выпускают возможности воспользоваться, скажем, тем, что Китай... в свою очередь, тоже наращивает свои вооружения. И это касается тоже ракет не только баллистических, но и ракет средней и малой дальности в том числе. А все ж таки, я так розумію, ці процеси по розірванню цих договорів, це, я так розумію, певний етап нової гонки озброєння. Правильно я розумію? Так, да, це, скоріше всього, виглядає іменно так, як ви говорите. Другий вопрос... Насколько это разумно делать со стороны вот и Америки, потому что, как правило, тон во всех вот этих процессах задавала всегда Америка. И поэтому, когда она увидела, что Россия как бы перехватила инициативу, когда Россия начала производить эти свои калибры и другие ракеты, которые обладают вот, характеристиками, превосходящими американские ракеты, когда Соединенные Штаты Америки убедились в том, что их флоты, да, состоящие из авианосцев, там, так сказать, прежде всего я имею в виду авианосцы, и сопровождающие целые кортежи, да, они казались, по сути дела, бессмысленными в данной ситуации. Да. Когда начало развиваться очень сильное ракетостроение, то вот эти авианосные группы, даже несмотря на то, что они сопровождаются атомными подводными лодками, они уже стали неэффективными. Они стали, знаете, консервные банки, плавающие по озеру. То есть они все очень уязвимы и легко поражаемы. И, соответственно, этот тип вооружений он перестал иметь смысл свой. Поэтому, когда они смеялись над российским авианосцем адмирал Кузнецов, что от него больше дыма, чем пользы, знаете, я смеялся над ними, потому что я понимал, что от их авианосных групп так же много пользы, как от того адмирала Кузнецова. Только русские вкладывали деньги в это время в новые виды вооружений, понимая, что авиационные эти морские вот эти целые такие группировки, они просто стали бессмысленными. Другое дело, если речь идет о подводных лодках.
подводные лодки, они действительно имеют стратегические значения. Почему? Потому что пока что на сегодняшний день их, скажем так, обнаружение в просторах океана является одним из таких сложных моментов. И это является наиболее сильной стороной этого оружия. То есть, если оружие нельзя обнаружить его место расположения, соответственно, это оружие становится непредсказуемым. И его удары могут быть именно молниеносными и очень эффективными. Вот всегда этот фактор подводной лодки с каждым днем приобретает все больше и больше значения. А якщо все ж таки подивитись на ці авіанесучі групи, які зараз будує Сполучені Штати, які зараз будують Сполучені Штати, ми ж теж розуміємо, що у них же є на кораблях, які супроводжують ці авіаносці, є протиракетні системи Patriot, які там багато, там їх дуже багато. І теоретично вони можуть захистити цей авіаносець? Чи ви не вірите все ж таки в ефективність цих протиракетних систем? Знаєте, в тому-то все і діло, що вже зараз чітко видно, що навіть наличие, я повторяю, в цих авіаносних групах кораблів супроводження, несучих на себе різні крилаті ракети, ракеты противовоздушной обороны, то есть защищающие от ударов самолета или там со стороны других ракет, оно стало уже неэффективным. То есть тогда, когда появились вот эти гиперзвуковые ракеты, на этом фоне уже Патриот ракеты противоракетной обороны, они уже потеряли свою силу. И, соответственно, сегодня, скажем так, что все эти авианосные группы, они стали не более, чем действительно. Это не преувеличение, это просто, знаете, вот, группа консервных банок, которая является лучшей мишенью для таких вот гиперзвуковых ракет. Не более того. Великие, да? Да, и, конечно, большие, в которые трудно промазать, понимаете, да? Так что, ну, знаете, я недавно шел по улице и увидел, как два наших копа, как это сейчас принято говорить, да, полицейских из инкассаторской группы шли к магазину забрать, видимо, деньги. Да? Один из них был таких размеров, что я улыбнулся, и ну, мой товарищ, так сказать, спросил, почему я улыбаюсь, что как этот большой человек по размерам, да, как может вообще выполнять работу инкассатора? Ведь он не сможет подбежать. Я говорю, ну, самое главное, что это такая мишень, которую точно никто не промажет, понимаете, да? Так вот, я это как, ну, ирония, но, вы скажете, ну, авианосцы вот, выглядят приблизительно так же, как этот полицейский на улице, понимаете, да? То есть это такая мишень, по которой, вы знаете, очень трудно промазать. Соответственно, ну, я говорю, никакая противоракетная оборона ему уже не поможет. Соответственно, ну, целесообразность использования таких авианосных групп, она нулевая. Это просто выброшенные деньги, скажем так. Дякую. Йдемо далі до інших тем. Дивну новину повідомляє Washington Post. Так, в своїй публікації ця авторитетна газета вказує, що МВФ передасть Україні на боротьбу з коронавірусом 5 мільярдів доларів. Тобто, щоб отримати мільярд кредиту, ми повинні розпродати землю і підпорядкувати банківську систему під зовнішнє управління. А тут, під приводом пандемії, влада отримує величезні кошти. Це, я так розумію, хабар Зеленському чи на тлі скандалів з Байденом, чи допомога у протистоянні з Росією. І от як зрозуміти таку щедрість МВФ при тому, що нам нічого не відомо про умови цього 5-мільярдного траншу? От як, з вашої точки зору, чому так сталося? Це, повірте мені, ви говорите, це великі гроші. Ну, це великі гроші для вас, для мене. Але для держави України це, ну, не те, що не великі, це капля в морі. Почему?
А потому что у нас в этом году, только в этом году, я повторяю, да, долг перед основное тело долга перед международными структурами где-то эквивалентно порядка 350 миллиардов гривен. А проценты по этим кредитам эквивалентно где-то порядка 150 миллиардов гривен. В целом мы где-то должны порядка 500 миллиардов гривен. Это почти половина всего бюджета Украины на целый год. Конечно, для нас 5 миллиардов играет роль, потому что это четвертая часть этого долга, который мы должны. Но, опять же, понимаете, вот сами подумайте, поможет ли это Украине, эти 5 миллиардов, если это всего лишь 25% от того, что мы все равно отдадим. А как с остальным долгом быть? Остальные 75%. Не, ну это, понимаете? Разумеется, и лучше, деньги, чем не ничего, и правильно? Же, не, это нельзя сказать, что это лучше, чем ничего. Потому что если бы эти деньги давались вам беспроцентно, или если бы эти деньги вам давались, ну, как подарок, тогда да. Но вам же эти деньги даются под проценты. И с каждым годом проценты Международного валютного фонда по отношению к Украине поднимаются. Да? Если раньше мы могли получать по 3% годовых, то сейчас они нам дают по 5-6% где-то. Ага. Это невыгодные проценты. Почему? Потому что да ни одна страна в мире не получает, не берет деньги по 3%, как Украина. Даже, я говорил, Нигерия получает кредиты, и даже не от Международного валютного фонда, а от различных частных структур на Западе, она берет кредиты вот где-то 5,6, максимум 6,1% годовых. А Украина вот последние месяцы для выживания пошла даже на то, чтобы брать кредиты под 12-15% за квартал. Вдумайтесь, за квартал. Это означает 60% годовых. Смотрите, куда мы идем? Ну, тут інша історія. Я так розумію, ці гроші от, невідомо на яких умовах. Чи це кредит, чи це допомога, чи їх потрібно віддати, чи не потрібно. Ні, ніхто не дають допомоги. І особливо важливо, як ми вже зрозуміли з плівок Порошенка-Байдена, то а що Україна надасть натомість? Тобто ми ж пам'ятаємо, що Порошенко за 1 мільярд продав посаду генерального прокурора. Що продав Зеленський за оці 5 мільярдів, я так розумію, цільових коштів на боротьбу з коронавірусом? Знаете, Зеленский продал уже практически нас с вами. Зеленский продал самое главное. Он продал землю украинскую. Да? Причем я уже много раз говорил, что земля, как это не печально для нас в данной ситуации, это не просто там пиджак или галстук, да, который продал, ну и бог с ним. Земля – это наше жизненное пространство. Земля – это не просто средство производства. Земля – это территориальная государственная безопасность. Земля – это продовольственная безопасность. И обратите внимание, что все страны мира уделяют земле огромнейшее внимание и агропроизводство. Например, об этом четко свидетельствуют цифры. В Евросоюзе 30% всего бюджета Европейского Союза, вдумайтесь, 30% выделяется только на дотации агропроизводителям. То есть речь не идет о их там продаже земли и так далее, а просто для того, чтобы они могли существовать, работать, да, и производить агропродукцию, выделяется 30%. Более того, в каждой стране Евросоюза отдельно, ну, чем богаче страна, тем больше она выделяет средств для еще личного стимулирования агропроизводителей в виде тех же прямых дотаций. Ну, скажем, в Германии эти дотации где-то в среднем составляют 720-730 евро на гектар. А в Греции это 925 евро на гектар. Во Франции это где-то порядка 430 евро на гектар. То есть каждая страна от себя еще выделяет прямых дотаций. Где-то, ну вот Германия, она 2 года назад выделила прямых дотаций где-то порядка 18 миллиардов евро.
еще и косвенные дотации выделила порядка 9 миллиардов евро. Косвенные дотации – это дотации, которые направлены на развитие определенного вида хозяйственной деятельности, сельского хозяйства. Ну, скажем, на выращивание рапса. Вот им надо увеличить производство биотоплива. Ну, вот они датируют это производство, и тем фермерам, которые производят рапс, они доплачивают еще деньги за те гектары, которые засеяны рапсом. То есть вот таким образом в целом агропроизводители Германии получили 20, порядка 7 миллиардов евро дотаций в год. Вот он прямой показатель того, как люди относятся к земле. И никто не собирается продавать. И самое главное, обратите внимание, те страны, которые до этого продали земли, и не все, а вот, скажем, Индонезия и Мадагаскар продали где-то в среднем около 1,3 миллиона гектар. Они сейчас об этом очень сильно жалеют. Почему? Потому что эти земли используются не по назначению. Там прекращено агропроизводство. Люди потеряли работу. Государство потеряло доходы. Понимаете, да? Украину ждет то же самое. Только обратите внимание, те страны продали по 1 миллиону гектар, а Украину предлагают продать 47 миллионов. То есть всю территорию, по сути дела, страны. Потому что у нас орные земли составляют 73% от всей территории страны. Тобто, якщо ми продадемо, ми вважаєте, продали страну. Якщо я вас правильно розумію, то це, з вашої точки зору, такий певний хабар Зеленському, і всі гроші зайдуть в Україну, і вони будуть що з ними? Хабар Зеленському, знаєте, я щось не вірю. Це така верхня сторона айсберга. А яка нижня? Ну, нижню я не можу. Це вже тільки сам Зеленський може признатися, яка нижня сторона айсберга, розумієте, так? А внешняя сторона айсберга, да, это вот эти кредиты. Это первое. Ну, а второе, тот закон, как они назвали его, антиколомойский, действительно, это закон, который просто выводит наш национальный банк из-под контроля парламента, из-под контроля, по сути дела, государства. А от і якщо... дають його в однішнє управління. Ви правильно сказали. А от якщо подивитись, от вимагають з різних країн, щоб наші чиновники робили там декларації, вказували, що, де в них, як, таке інше, іначе стаття. А чому, наприклад, ми не бачимо цих міжнародних договорів, там, домовленості з тим самим же МВФ? Чому у нас немає законопроекту, який би декларував публічну інформацію щодо цих міжнародних форматів, переговорів, таке інше. Тобто, чому саме, чому за кордону не наполягають на тому, щоб такі договори чи меморандуми з тим самим МВФ спочатку повинні були щоб опублікувати, а потім вже щось там приймати, таке інше. Чого вони бояться? Ну, то тут і трудно догадатися, чого вони бояться. Бояться ні одного. А именно того, чтобы люди наши не поняли, с какой целью и в чьих интересах это все делается. Понимаете, да? Вот даже тот же антиколомойский закон, к чему он приведет в конечном итоге? Зачем он принимается? Он принимался для того, чтобы еще дальше продолжить уничтожение банков украинских и завести сюда мировые банки, такие как HSBC, Шоссе Манхэттен банк, Голдман Сакс, ну и банков Нью-Йорка и так далее. То есть это банки владельцев Федеральной резервной системы США. То есть владельцев мировых денег. Потому что они совершенно четко уже неоднократно, это было зафиксировано, да, публично, высказывания отдельных из них владельцев этой системы. Они намерены что? Установить контроль над всем миром. И этот контроль осуществлять через систему финансового и банков. И финансовый банковский контроль позволит контролировать все страны. Это самый эффективный контроль. А для того, чтобы вы и каждый из нас был тоже управляем и контролируем, для этого нам хотят действительно ввести вот эту систему, ну, ее многие называют чипированием, да, об этом выступил Никита Михалков в Москве.
И его тут же облили грязью с пуд до головы. Ну, обвиняя в том, что старый маразматик и так далее. Но он не старый маразматик. Он действительно сказал чистую правду. Такие планы разрабатываются. И, кстати, под видом вакцинации, которую, опять же, Билл Гейтс, большой либерал и гуманист, в кавычках, да, проводит, он же хочет под видом вакцинации от того же вируса, типа COVID-19, вводить чипы специальные, электронные, да, они вводятся в сосудистое русло, и человек будет полностью под контролем. Ваши деньги будут списываться не с вашего банковского счета, а с вашего, чипа. И вы будете полностью управляемы. Контролируем ваше местоположение, ну, полностью. Ну, люди превращаются в роботов. Ну, не все, а те, кто пройдет это вакцинирование. Понимаете? Вот для этого, я думаю, и раздувается эта истерия с этим вирусом COVID-19. На самом деле, да, вот ко мне, и сегодня мне показывали якобы заключение некоторых наших инфекционистов и вообще эпидемиологов, профессоров даже, да, которые показывают, какие могут быть тяжелейшие последствия от этого вируса. Ну, я еще раз хочу повторить всем людям. Да, любая болезнь, она, конечно, неприятна и опасна. Но вирус COVID-19 – это обычный грипп. У каждого вида гриппа есть свои виды осложнений. У этого гриппа есть тоже свои определенные нюансы, но они, этот вирус не более опасен, чем вирус MERS, который был 2 года тому назад, или SARS 2019 года. А вирус SARS-CoV-19, они почему-то вдруг объявили, ну, самым страшным эпидемиологическим заболеванием на планете. Нет, на планете существуют намного более опасные инфекции, и которые, не дай бог, что они появились в нашей стране. Хотя, к сожалению, многие из этих инфекций у нас в стране уже есть. И попали они сюда тоже не естественным путем. А я так думаю, что вот эти вот биолаборатории американские, которые находятся на территории, в том числе, Украины, и многие постсоветских стран. В Киеве, у Донецка, 30 Соловецкий район. Да, и в Киеве есть, и в Донецке есть. И были же и до этого случаи, когда, ну, в Донецке были, когда утечка была оттуда, инфекция определенная. Да, были случаи утечки инфекции, которые приводили к смертности. Вот среди, я знаю, военнослужащих, там было рядом воинская часть расположена. И в результате утечки, опять же, если какой-то вирусной патологии, заболели там где-то порядка около 100 солдат, из них 20 умерли. И никто не знает, что это была за инфекция. Понимаете? Поэтому я еще раз хочу нашим людям объяснить. Не надо, чтобы вас запугивали. Вас просто запугивают. Да, действительно, они пытаются внедрить всякие инфекции для того, чтобы манипулировать людьми. Но так для того, чтобы этого не было, надо потребовать немедленную депортацию вот этих всех лабораторий с территории Украины. Я считаю, и всем остальным странам то же самое надо сделать. Дякую. Йдемо далі до іншої теми. Найстаріша французька щоденна газета «Фігаро» звернула увагу на слова президента Зеленського щодо мирного саміту по Донбасу під час пандемії, якого, по словам Зеленського, не буде, бо кожна країна займається своїми проблемами, зі слів Зеленського. Тобто заплановані переговори у нормандському форматі переносяться на невизначений час, доки не стихне захворюваність на COVID-19. Гарний спосіб уникнути рішень по розв'язанню конфлікту, заморозивши його та підлаштувавши під карантинні заходи, що мають швидше політичні та адміністративні, ніж медичні основи. Слова Зеленського можна розуміти як відсторонення від проблеми. Мовляв, Донбас – це вже не головний біль України, якщо кожна країна зосередить на собі фактично ці всі процеси, які зараз йдуть щодо так званої пандемії COVID-19. От з вашої точки зору, от все ж таки Зеленський, він от такі дії. Він просто сказав, що ми не зустрілися, тому що вірус, тому що пандемія. Але ж ми розуміємо, що зараз 21 століття, не важливо кудись їхати, можливо, просто у закритій там конференції, відеозв'язку,
прекрасно порозмовляти, вирішити все питання, але ми не бачимо навіть ініціативи з цього приводу. Це пов'язано з тим, що просто Зеленського не хочуть бачити у нормандському форматі, чи все ж таки просто пану Зеленському вигідно консервувати цей конфлікт? Ну, я так думаю, що тут два мають місце фактори. Перший – це все-таки, і головне, це нежелання його далі продовжувати переговори в цьому форматі. Да? Оно связано со многими моментами. Ну и второй фактор, я его не буду исключить, это то, что отношение все-таки мировых лидеров Зеленского последнее время стало более негативным. Почему? Ну, знаете, вот как в этом старом таком юмористическом, скажем, «Кабачки, 13 стульев», помните, была такая передача, да? И вот когда пан Зюзя и Вотруба беседовали друг с другом, и вот пан Вотруба говорит, представляете, я вчера играл в шахматы с еще другим паном, и он не захотел дальше со мной играть в шахматы. А говорит, ну и почему он не захотел? Говорит, а вы бы захотели играть человеком, который во время игры дерется, плюется и обзывается. Он говорит, ну, конечно, не захотел бы. Он говорит, ну, правильно, вот и он тоже не захотел. Понимаете, да? То есть то же самое можно сказать и в шуточном, это, так сказать, ракурсе, но то же самое можно сказать о Зеленском. То есть если он вам говорит, что вот со мной не хотят вести переговоры, там, ни Путин, ни Макрон, ни Меркель. А задайте ему вопрос, зачем они не хотят? Может, ты себя ведешь так, таким образом, что с тобой не хотят вести эти переговоры? А не потому, что они плохие. Ну, не может же быть так, чтобы все вокруг были плохие, а он один был хороший. Але все ж таки, давайте подивимося на ситуацію трохи з іншого ракурсу. На так званих націоналістичних там ресурсах вони кажуть, а про що розмовляти з представниками непідконтрольної території, давайте розмовляти з Росією напряму. Вона фактично там у неї озброєння, вони підтримують бойовиків, там умовно, вони так називають, формування військові на непідконтрольних територіях. Але якщо себе поставити на місце російської сторони, вони ж теж можуть сказати аналогічно. Вони скажуть, а що з вами, з українцями, розмовляти? Давайте Сполучені Штати, ми будемо з ними напряму розмовляти. А навіщо з вами розмовляти, якщо фактично все ж таки, ну, вплив Сполучених Штатів настільки великий, що не зрозуміло, хто приймає рішення, чи Зеленський, чи все ж таки десь в іншому місці. І от з цього приводу, до речі, таке питання. Якщо ми не розмовляємо з непідконтрольною територією, а чому тоді от Росія повинна розмовляти з нами? Можливо, правильніше, якщо дотримуватися цієї націоналістичної логіки, можливо, щоб Росія напряму з Сполученими Штатами вирішувала цей конфлікт, а ми просто будемо не розмовляти ні з Росією, ні з непідконтрольними територіями, за нас це вирішить. Ну, по суті діла, ви відповіли на свій питання. Ви розумієте, да? Дійсно, так воно і є, що... Естественно, если мы были бы заинтересованы в решении этого военного конфликта, то нам надо вести переговоры без каких-либо условий для непотенциальных территорий. Если мы хотим разрешить этот конфликт, нам надо садиться за стол переговоров со всеми, кто может помочь в решении данного конфликта. Это моя личная точка зрения. В том числе садиться за стол переговоров и с лидерами таких непризнанных так сказать, образований, как ЛНР и ДНР. Мы прекрасно понимаем, что есть огромное влияние со стороны Соединенных Штатов Америки на Украину. Есть влияние огромное со стороны Российской Федерации на так называемые непризнанные эти формирования ЛНР, ДНР. Но проблема, то это в основном наша, а не российская и не американская. Гибнут наши дети,
наши солдаты, и российские, и украинские. Причем, вы обратите внимание, вот недавно Гордон брал интервью у Гиркина, первого, так сказать, руководителя этих формирований, и непризнанных этих республик. Он же открыто, прямо четко сказал, что там 95% это украинские граждане. Если и были там советники и консультанты военные, да, со стороны Российской Федерации, ну, то есть, а вы спросите у наших правителей, какое количество военных атташе, военных консультантов, военных помощников со стороны Соединенных Штатов Америки и других западных стран находилось сегодня на ФОИСа в зоне боевых действий и вообще на территории Украины. Так целые лагеря в Львовской области, вы знаете, они уже даже не в состоянии это скрывать. Что тот военнослужащий американский умер прямо в магазине, другой разбился на нашем самолете и так далее. То есть уже скрывать это некуда и некак. Поэтому мы вынуждены признать, что таки да, на нашей территории находится большое количество американських воєнослужащих. Так, можливо, просто проблема Мінську і нормандського формату в тому, що там немає одної зі сторін конфлікту, тобто Сполучених Штатів Америки, і тому фактично Зеленський і не може вирішити це питання, бо від нього просто воно не залежить. Звісно, це теж грає роль, відсутствие Америки в цьому процесі, ну і відсутствие все-таки представителів от цих непризнаних республік. Понимаете, все-таки как бы там ни было, но они должны принимать участие. Конечно, они должны принимать участие. Надо вести диалог с ними. Надо вести диалог, по сути дела, с населением и представителями этих непризнанных республик. Как бы там ни было, как мы их не рассматриваем, но это надо делать. Но основная вина, конечно, в большом этом конфликте, я это говорил раньше, с самого начала, и я это могу подтвердить сейчас, основная вина лежит на Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Именно они сделали вот этот военный переворот, который был совершен в стране, и они первыми развязали военный конфликт на Донбассе. Они толкнули наших военнослужащих через своих, скажем таких, знаете, лакеев, я бы их так назвал, да, через Турчинова, через Порошенко, через Порубия и других либо националистов, либо просто, я бы их так назвал, отморозков. Вот через них они толкнули нашу страну, наших военнослужащих, на то, чтобы они стреляли по своим же согражданам. Вот это и стало причиной дальше развития этого конфликта. Это, во-первых, и во-вторых, именно использование националистических движений для решения, для захвата власти в Украине, то, что использовали американцы, оно и привело к такому, знаете, необузданному росту влияния вот этих вот неонацистских и националистических группировок в Украине. Они же живут за счет чего? За счет этого финансирования. Вот обратите внимание, сейчас этот карантин, и нету никаких шествий. Никаких шествий с этими смолоскипами и такие иначе. Uh-huh. А почему нет? Ну, потому что нет финансирования. И все эти националисты жалуются на отсутствие денег. Сейчас они занялись чем? Они сейчас занялись откровенным рэкетом. Рэкетом по отношению к нашим бизнесменам и так далее. Вот в случае даже недавней Житомирской области, когда, по сути дела, там бойцы нацгвардии, сотрудники полиции, ну и в том числе такие представители разных националистических там группировок, вот они, видите, занимаются таким сейчас что? Вымогательством, рейдерством. И при этом, безусловно, явная связь этих группировок с правоохранительными органами Украины. Прежде всего с полицией. С этого надо начинать и выводы делать с этого.
Дякую. Дипломатія – це вміння відстояти інтереси саме своєї батьківщини у складних хитросплетіннях сьогодення. Чи вдається це керівництву України та великому корпусу МЗС з пільгами, окладами та недоторканністю? Висновки робити все ж таки глядачам. Для вас в ефірі програми «Хто за нами стежить» на телеканалі КРТ працював ведучий Дмитро Василесь. А моїм співрозмовником був академік, політичний діяч Анатолій Пешко, перший віце-президент Академії економічних наук України. Дякую вам за ефір і до побачення.